Любишь играть классическую музыку, люби и рояль возить. С такой жизненной установкой профессиональный пианист Колин Хаггинс из Нью-Йорка живет последние 6 лет. И все это время он играет на этом инструменте в нью-йоркских парках и на платформах метро. Музыка для него – единственный источник дохода. Говорит, что зарабатывает немного, на медстраховку не хватает. Его мечта – быть просто артистом, забыв о таких насущных проблемах, как аренда жилья и питание. Когда вы артист в процессе становления, то сфокусироваться только на творчестве сложно. Нужно тратить много энергии на оплату аренды жилья. А думать о том, действительно ли твое творчество стоит усилий, на это просто нет времени. Играть в парке – это одно, а играть в парке на рояле – это абсолютно другое. Раньше 35-летний Хаггинс возил инструмент в одиночку. Теперь преодолеть 1 километр 300 метров ему помогает друг. Зачем же создавать себе столько хлопот? В определенной степени я хотел создать шоу. Сложно это сделать, когда делаешь что-то обыкновенное. А вот если сделать что-то необычное, то есть больше вероятности, что соберешь толпу. Но за внимание приходится платить. Постоянная перевозка сказывается на хрупком инструменте. Кроме того, каждую неделю его приходится настраивать. И хотя, по словам Хаггинса, большинство зрителей в парке не смогут почувствовать разницу, но ему легче передать свои эмоции, когда звук чистый. Кроме этого, он постоянно совершенствует свое мастерство. Мне нужно думать, как играть, чтобы моя музыка могла зацепить прохожих. Я не могу просто полагаться на тот факт, что в парке стоит рояль, и кто-то на нем играет. Так что если вы в Нью-Йорке и на улице не идет дождь, загляните в парк Вашингтон-сквер. Возможно, там играет Колин Хаггинс.